Всем привет, мастерская Слон компании. Я Вячеслав, приветствую вас. Сегодня у нас в ролике будут 4 ножа из H12 СМФ, 4 ножа модель S7. Кто-то меня захочет поймать на слове, что я говорил, что мы заканчиваем с H12 СМФ работать, но кто вот это вот решит написать, то что вы слышали одно, а другое не слышали. Я говорил, что у меня есть еще вырезанные клинки из H12 СМФ, и мы их полигонечку будем переделывать. Понемножку, не часто, но будем перерабатывать. Вот 4 клинка, 4 ножа мы сделали. Их было больше, но, видать, Иван, ну, в работе больше было, но, видать, Иван вот продал, пока изготавливали несколько ножей. Ну вот, давайте. Вот первые два ножа модель S7 с премиальной шлифовкой. Булатная структура клинков. Термообработка моя. Зонная закалка 60 единиц, ну, порядка 60 единиц твердости. 2 дола. Стабилизированная карельская береза. Длина клинков у этих двух ножей 127 мм. Ширина 28 мм. Толщина 2,6 мм. Длина рукояти 125 мм. Это вот два ножа. Дерево стабилизированная карельская береза. Два ножа, напомню, с длиной клинков 127 мм. И далее два ножа с длиной клинков 138 мм, ширина 28 мм, толщина 2,6 мм. Здесь нижний стабилизированная карельская береза, верхний стабилизированный кап ореха. Стоимость любого из четырех ножей 9500 рублей. Ножи идут в кожаных ножнах такого плана. Вот. Коричневый или черный вариант. Четыре ножа в наличии, эти, они заточены, все готово к отправлению. Если кого интересует, делайте заказ, как обычно, на WhatsApp. Реквизиты, как номер телефона, в описании под этим роликом. Лучше всего на телефон Ивана, это рабочий телефон, он всегда практически на связи. Ну, если только перед отправкой полирует рукояти, чем таким отправкой занимается, ну, в этом случае он перезвонит или ответит на WhatsApp. Лучше всего по WhatsApp. Ну а так, всем отличной рабочей недели, хорошего настроения, отличной летней погоды. Вот погода летняя. Я вчера с женой решили плюнуть на все дела в огороде. Делов много. Решили плюнуть. И на лодке по озеру. У нас старенькая советская лодка «Казанка». Есть электромотор. У нас на электромоторах только по озеру можно ходить, так как это природоохранная зона, заповедник. И отлично отдохнули мы на лодочке вдвоем. То все с детьми, с внуками. А сейчас вдвоем. Покупался 15 сентября. Так что вот отличная погода стоит, и вам всего хорошего желаю. Отдохнул. И тоже начинаем рабочую неделю. До новых встреч!